Забытая слободка, затоплен подвал, грибок на стенах и разворочены коммуникации. Во втором известковом переулке жители жалуются на безразличие коммунальщиков. Отремонтировать старый дом не торопятся, выкручиваются жильцы самостоятельно. Второй известковый переулок 3. Валентина Ивановна показывает, в каких условиях ей приходится жить последние несколько лет. В подвале двухэтажного дома протекают коммуникации. Городские службы исправить ситуацию не спешат. Вот здесь вода. Видите, что делается? Вот по ту сторону люди живут на первом этаже. Видите, если здесь уже все мокрое. Значит, и у них в квартирах то же самое. Все черное, все мокрое. Подвал сильно затоплен. Ситуация критическая. От постоянной сырости на стенах в парадной разрастается грибок. Тем, кто живет на первом этаже, пришлось потратиться на новые полы. Из-за того, что вода в подвале находится длительное время, у людей прогнили деревянные настилы. Двери парадной давно отслужили свое. От возраста, сырости и влаги они свернулись, как размокший картонный лист. Местные рассказывают, в таком состоянии дом уже несколько лет. Во время предвыборной гонки люди обращались к Геннадию Труханову. Тот ничего не обещал. Он мне ответил так, что у вас малонаселенный район. Вот я делаю там, где много людей. Где будут голосовать много. Что нам делать? Вот скажите, что, почему? И здесь большинство пенсионеры все живут. Куда нам обратиться? Что нам делать дальше? Я не знаю. В соседнем доме дела не лучше. Светлана говорит, зимой сантехник отремонтировал коммуникации. Правда, за счет самих жителей. Вот и заплатили 440 гривен. И все равно мороз был, все равно сидели без воды. Все сделал на скорую руку. Утеплитель на трубах рассыпался практически сразу. Это сантехник так сделал. Видите, что это за сантехник? Вон, вот такой вот, дугой. Вон, скрепочку одну поставил, она уже упала. Мы пытаемся вызвать сантехника, чтобы он объяснил качество своей работы. Номер не отвечает. Эти дома стоят здесь более 70 лет. Ровно столько они не видели качественного ремонта. Кристина Немченко, Алексей Филиппов, 7 канал.